Канаде практически исчезла река Слимс, стекавшая с ледника Каскавулш в Кордильерах. Каскавулш питал реку на протяжении 300-500 лет. Однако изменения климата привели к таянию ледника, и талая вода проложила новое русло. Если раньше она бежала прямо в Берингово море, то теперь заканчивает свой путь в Тихом океане. Некогда река Слимс достигала 150 метров в ширину. Теперь же уровень воды упал настолько, что обнажилось илистое дно. Причиной исчезновения реки ученые называют явление перехвата. Когда текущая ниже параллельная река забирает воду той, что протекает выше. Так пересохшая река Слимс сделала в 70 раз шире соседнюю реку Алсик. Обычно подобные явления происходят в течение сотен или даже тысяч лет. Река Слимс исчезла за 4 дня. Теперь в этом районе наблюдаются частые песчаные бури, исчезла вся рыба, ушли многие животные. Как говорится в докладе, о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. На сегодняшний день накопилось достаточное количество общеизвестных и малоизвестных мировой общественности фактов, которые свидетельствуют о различных изменениях на планете, произошедших в относительно короткий промежуток времени. Наблюдается увеличение приземной температуры, таяние вечной мерзлоты, повышение уровня морей и океанов, изменение стока рек, возникновение опасных гидрометеорологических явлений, засухи, наводнений, тайфунов и многое другое. То есть регистрируются многочисленные факты изменений, которые происходят в литосфере, гидросфере и атмосфере Земли. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас, как никогда, нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга, сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.